23 апреля в Муравленко пройдет региональный день приема граждан. В общественной приемной партии «Единая Россия» на вопросы жителей ответят представитель губернатора Валентина Полынова, глава города Александр Подорога, депутат законодательного собрания Ямала Светлана Каменская, а также секретарь местного отделения партии Хизриал Хаматов. На своих рабочих местах прием будут вести депутаты городской думы. Записаться на прием можно по телефону 55077. А в 13 часов в колледже состоится встреча со студентами в рамках проекта «Открытый диалог». В 18 часов муравленковцев приглашают в Лиру, где состоится заседание в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».